Всем привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой мукбан-канал. Сегодня мы с тобой будем хрустеть разными чипсиками. Представляем, в ассортименте у нас читос с крабом. Поняли, да? Также лейс стикс, правильно, кетчуп. Дальше рифленый лейс лобстер. Такие я не пробовала, сейчас заценим. И также не пробовала вот такие изи-пизи шаурма. Также в ассортименте из напитков у нас, ну вы, наверное, уже видели, да, Балтика нулевочка. Лежала в больнице, она мне попала в рекомендации в напитках, и я такая, закажу. Я не пью, вам не советую, но нулевочка, но все равно там, наверное, что-то есть. Также еще витамины есть. ЦБЕ. Вкус лайма. Безалкогольный, вы поняли, да? Если мне не понравится, моя любимая камбуча, которой нигде нет, и пришлось тоже заказать на моем голубом сайте. Я, по-моему, сказала, да? Название. Неважно. Такой с лавандой. Самый любимый вкус. И там они продаются оптом. 6 штучек. Купила. Все. Открываем напиток. Моим способом, как можем. Так, открыли. О, вкусно пахнет, знаете, прям пахнет мохито. О, мне кажется, мне понравится. Реально как мохито. Вкусно. Нет. А что-то желтый свет включился сам по себе. Не знаю, видно, нет. Сейчас. Вот белый. Мне, кстати, так непонятно, понравился, нет, напиток. Тут у нас кетчуп вчерашний. Открыла и не съела. Не знала, как макать. И ореховый соус. Начинаем. Долгое начало, наверное, было. Я пробовала чипсы от Насти в левой с огурчиком маринованным. Фигня. Я не знаю, кто помнит, но вот мои ровесники, да, кому там тридцатничек. А когда маленькая была, были чипсы московский картофель. Выглядели вот примерно так же, но не знаю. Тот ли сейчас московский картофель на полках, такая плюнула чипсину. Но выглядели они не как сморщенные чипсы, одна есть какой-то московский картофель. А выглядели они вот как обычные чипсы. И вот там были огурчики малосольные. Очень было вкусно. Очень. Вот по ним я очень скучаю. А еще был московский картофель со вкусом васаби, прикиньте. Я постоянно их брала. Это был мой любимый вкус. Но сейчас такого нет. И васаби прям васаби был. Мне так нравится ореховый соус. С ним можно есть все. Макароны, салаты, макать что-то. Короче, просто очень универсальный соус. Японский вроде как. Кетчуп. А какой цвет? Ё-моё! Зелёный чай, цветы клитории, лемонграсс, лаванда. Вот из-за этого напитка я себе... Вчера вам показывала лаванду и лемонграсс. Из-за этого напитка... Я еще пробовала красный такой напиток. Не барбарис там был.
Как будто чай тоже. Очень вкусно. Когда свой пока не могу делать, свою камбучу покупаю. Там еще была ассорти, я когда тоже возьму на голубом... Хрен с ним. На своем вот этом сайте лазила. В больнице было скучно. Там был... То есть 6 вкусов, и они все по одной разные. То есть оптом можно было 6 вкусов купить. Я так хотела, и когда надумала, они закончились. Вкусно. Но я не понимаю, краб не краб вкус. Тоже с крабом. Вот эти я тоже первый раз попробовала летом в больнице. Мне понравилось. Он еще холодный. Я его в холодильник засунула. Соуса маловато получилось. Знаете, вчера играла в приложение на телефоне. Вау, он называется, по-моему. Слова надо. Из букв составлять разные слова. И вот там была реклама другого приложения. Тоже там на логику, что-то искать, что-то разгадывать. Мне внешне понравилось. Я установила, думала, о, еще одно новое приложение. Развиваем мозг, там, все такое. Чтобы деменции не было альцгеймера. Я прошла 2 задания и на третьем застряла. Я не могу найти вонючую дырбу. Я так расстроилась. Даже посмотрела прохождение. И там оно тоже неполное описание, как они нашли эту 8-ю трубу. А мне так нравится это приложение. Очень обидно. Вспомнила, что еще хотела сказать. Немножечко поругаться, скажем так. Мне, как я узнала, когда ты пришел донат, а мне просто автоматом стоит, чтобы с доната там на Киви присылался. Вот в Киви оповещение, тебе денежка там с донейшн снялась. Дошла на донейшн, там комментарий. 500 рублей купи какой-нибудь тортик на свой вкус. И почему поругаться? Потому что так получается подстава. Я должна кушать то, что я сейчас пока не хочу. И так не делается, вот. Спасибо, конечно. Но меня подставили. Вот. И, наверное, нужно было в комментариях там спросить, давай, типа, я там задоначу на тортик, покушаем тортик. Поэтому я сниму, но не сейчас. После больницы я прям обещаю, надеюсь, не забуду, если забуду, вы напомните, но я постараюсь такие вещи не забывать. Я не кидаю людей. Просто у меня внутри меня я всегда меню, что я планирую поесть. Например, в воскресенье роллы, завтра тоже кое-что. Чипсики я тоже некоторые специально сезон заказала. Потому что у нас все равно ешь все. Так что c'est la vie. Но я сниму обязательно тортик. Добавлю чуть-чуть и сниму тортик. Потому что из-за этой вонючей комиссии тоже снимаю чуть-чуть денежку. А тортики сейчас дорогие очень, да? Кстати, да. Давайте Балтику еще попьем. Дадим мне шанс. Блин, мне сначала понравилось, а потом, когда я чуть-чуть чувствую вкус пива, мне не нравится. Ну. Сначала норм. А теперь не норм. Гадость. Кто-нибудь допьет.
Блин, соевого соуса надо было побольше налить. Если любите камбучу, советую попробовать вот такую. Вот прям от души. Очень вкусно. Какой цвет. Ё-моё. Я помню, слышу такую фигню, что некоторые жаловались на чипсы Ивлеевой. Что от них плохо. Но тех вроде я не блевал. Я люблю иногда вот снять чипсики, похрустеть. Стараюсь вырезать шмыганье свое, блин. Бесяча. Так, микрофон включила, молодец. Так, блокировка. А, кстати, поставила фигню, еле нашла. Чтобы телефон не вырубался через каждые секунды. Пипец, гений просто. Так, Вера Донец, привет тебе огромный. Читаю вопросики. Планируешь ли ты опять значит, наращивать себе ногти. У тебя классно получалось. Спасибо, но если вот знать какие-то косяки, то не очень. Еще проблема в том, что я себе успела нарасти только 2-3 раза. Особо не научишься. Это очень мало, это очень редко. И то я уже забыла, как это делать. Я так планирую. Как раз, знаете, повезло у меня. Вот, а не холезет, прям чуть-чуть не хватает, чтобы он дорос. Видите, ноготь вот опыривается. Это они холезет, зарастает. Пока такой ноготь я не наращиваю, он опять оторвется от мяса. Будет всякая грязь туда попадать, поэтому опять буду снимать потом в перчатках. Которые многим не нравятся, а они на самом деле для эпоксидки я их покупала. И используем. Понятно, да, какие мне больше понравились. Еще проблема у меня ногти. Трамплины вверх растут. Поэтому, когда их наращиваешь, их постоянно надо прям под минимум херачить. Потому что они растут вот так вот, потом нарощенные видно, если вот посмотреть крайние видосы, когда я еще с нарощенными ногтями, когда я себе их в последний момент наращивала. Вот зная информацию, то можно увидеть, разглядеть, как они смотрят. Особенно где черные. Как они называются, острые эти, не пики. Забыла уже, как называется. Та форма, которую я делала, потому что я разные делала. Тут квадрат, тут, короче, типа пиков этих. Я не знаю, как, ну, примерно понимаю, надо как-то ноготь сравнять, потом как-то немного форму ниже ставить, но я так думаю, потому что я один раз случайно растила один ноготь, он был ровный, один перестаралась, он вниз смотрел. То есть примерно... Можно это исправить. Пробы и ошибки, скажем так. Путем пробы и ошибок.
Поэтому буду, жду не дождусь. Тем более, очень жалко денег, которые я потратила на всю какую-то фигню. Много получается очень. Забыла череп, приветик. Ждешь Новый год, да, очень. Не знаю, почему у меня этот день не отличается ни от какого другого дня. Вот. Можно было, конечно, например, стрим провести для таких же одиноких людей, как я. Но я ссу. Я уже месяц. На протяжении месяца даже больше думаю. Может, сегодня стрим, завтра. И вот в этот день я сливаюсь. Сегодня кофе я перепила. Я слишком возбужденная, слишком активная. Сегодня я болею. Завтра то-то, то-то. Сегодня я волнуюсь слишком. И вот постоянно такая фигня. А так было бы прикольно хоть часик, да, пообщаться там. Ну, это, видимо, в какой-то параллельной реальности должно произойти.